Всех приветствую на нашем канале Opta.net. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Ну и не забывайте писать комментарии и оценивать наши ролики, так как на канале много всего полезного и интересного. Сегодня я хотел показать самое классное приложение, через которое можно подключить любой Android смартфон или, например, iOS устройство к нашему смарт-телевизору без каких-либо проблем и за считанные секунды вывести изображение на телевизор, посмотреть, например, фотографии, если вы собрались там с семьей что-то посмотреть, фотографии, видеоролики, чтобы не сидеть над телефончиком с маленьким экраном, а просто за пару секунд подключить его на большой ваш телевизор и посмотреть уже на нормальном телевизоре все, что угодно. Даже можно YouTube включить и смотреть видеоролик именно на телевизоре. И самое главное, это беспроводным образом, и делается все это очень быстро. Там буквально секунд 10-15 подключить и точно так же отключить. Кому интересно, смотрите, подписывайтесь. Поехали! Итак, ребят, большой плюс этого приложения, что оно работает даже на стареньких андроидах и стареньких iOS-устройствах. То есть, если у вас телефон не новый, а старый, то оно все равно должно работать. Называется оно Castro, вот так вот именно. Вот, скачиваем его на ваше устройство сначала, а потом, естественно, нужно его скачать на ваш телевизор. Вот таким вот образом оно называется Castro. Ссылочка и название на это приложение будет в описании, так что переходите и можете по названию его скачать. Итак, ребят, после того, как вы приложение на свой смартфон установили, нужно его установить на ваш телевизор. Называется оно на телевизоре вот так вот. Miracast. Вот здесь оно есть. Заходим в это приложение, и после чего у нас телевизор, получается, ищет нужный нам телефон, то есть, чтобы сконнектиться с нашим девайсом. Дальше берем наш телефон и, соответственно, тоже заходим в то же самое приложение. Вот, смотрите, я захожу в приложение. Выбрать беспроводной дисплей. Вот. И теперь у нас уже получается беспроводные дисплеи. Вот нажимаем выбрать беспроводной дисплей, и у нас сразу за пару секунд выключается наш телевизор. Вот, называется Android 71D1. Нажимаем подключиться, ждем буквально еще секунд 5-10, и на телевизоре уже, смотрите, сразу моментально показывается наш телефон. То есть моментально все без каких-либо подтормаживаний работает, и теперь можно посмотреть фотографии и вообще все что угодно делать. Даже можно YouTube, например, вот таким вот образом открыть. И заметьте, что он действительно работает очень быстро и никак не подтормаживает. То есть грузит что на телефоне, что на телевизоре моментально. Если я, например, открываю какой-то ролик, вот, например, «Маша и Медведь». Ну, люблю я мультики смотреть. И делаю его на весь экран, то вы вообще не отличите разницу, потому что на телевизоре тоже все это будет дело на весь экран. Это очень удобно, ребят, ну реально прикольно, моментально и быстро. Отключается все точно так же. На телевизоре вам просто необходимо нажать кнопочку «Выйти» и на телефоне подтвердить «Yes». И все, в принципе, уже сразу оно все это дело отключается. А еще прикольный плюс, смотрите, если у вас подключен телевизор к этому приложению, вы блокируете экран, то телевизор просто-напросто показывает время на заблокированном экране. Это очень круто. А если вы просто сразу моментально разблокируете телефон, то телевизор продолжает, он запоминает, что вы подключены, и продолжает опять-таки транслировать это все дело. Это очень круто, потому что все можно без подтормаживания, вот, посмотреть фото, например, и так далее. Очень классное и самое крутое приложение. Называется Castro. Именно это приложение будет в описании, так что переходите, смотрите. Это одно из самых классных приложений, которые я только видел, потому что остальные бывают или подтормаживают, или вообще не грузят, а здесь все моментально, быстро и очень качественно работает. Еще большой плюс, я уже говорил, что работает со старыми андроидами, могу это показать, потому что, вот смотрите, конкретно этот телефон, на этом телефоне у нас версия Android 7.0, то есть как для телефона это уже старая версия, для телевизора это еще более-менее нормально, а для телефона это уже старая версия, но в то же время оно работает без каких-либо проблем. Кому было интересно, подписывайтесь на наш канал, оценивайте наши ролики. Также не забывайте писать в комментариях, кому что-то было непонятно. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на нашем YouTube-канале Opta.net.